Всем привет! Сегодня я покажу, чем можно записать видео с экрана монитора. То, чем я пользуюсь в Ubuntu, это программа Simple Screen Recorder. Вот в данном случае она сейчас пишет. И я вот запущу вторую эту программку. И вкратце, что она умеет. Она умеет писать видео со звуком, можно выбирать микрофон. Чего она не умеет? По крайней мере, я этого не увидел в настройках. Да, эта программка есть в официальном репозитории Ubuntu. Она не умеет записывать еще и звук. Ну, имеется в виду там системный звук. Ну, к примеру, там вы запускаете, возможно, игру какую-то или еще что-нибудь, там есть какие-то звуки. Так вот, параллельно еще захватывать те системные звуки она не умеет. Она разве что может посредством микрофона это захватывать. Но если вы в наушниках это пишете, соответственно, как бы из динамиков у вас ничего не будет слышно. Соответственно, тех системных звуков тоже не будет слышно. Ну, возможно, проведя какие-то манипуляции, можно это будет сделать. Но вот по-простому, там где, к примеру, галочка есть, тут такой галочки нет. Итак, здесь также есть горячие клавиши. Но давайте по порядку. Вот как она выглядит. Continue, в Continue мы можем выбрать про профиль, я его ни разу не делал. Можно выбрать монитор, если у вас их 2 или 3. Клацая вот сюда, вы вот здесь видите скрин 1, скрин 2, скрин 3. Можно либо сразу все писать, либо выбрать конкретный монитор. Дальше можно указать четко область, которую вы хотите писать. То есть, если у вас 2 или 3 монитора, вот эта вот ширина будет больше. Дальше вот это follow the cursor я не пробовал, но я так понимаю, там где курсор, ту часть писать и будет. И Record OpenGL. Тут написано в скобочках Experimental. Ну, я пробовал. У меня есть видео по такой игре для программистов, для обучения программированию. Colobot. Так вот, там самым оптимальным вариантом мне как раз было вот использовать вот этот режим. Вот здесь в настройках я указывал. То есть я здесь пробовал Fallout писать, но как-то оно кривовато. Что-то, ну не то, что кривовато, не получалось. Вот здесь я указывал Colobot, путь к Колоботу, либо же просто исполняемый файл, который должна запустить эта программка. Ну, имя вот этого файла, оно должно быть как бы известно системе. Команда эта, да, либо надо путь полный указывать. Но фишка в чем? Указал здесь путь. Дальше, когда вы нажимаете Continue, там Continue, No. Там получается вот уже вот такой экранчик. И при, если у вас стоит, да, вот здесь галочка Record OpenGL, и здесь указана программка, то при старте записи у вас сразу же запускается эта OpenGL программа и идет, сразу стартует запись. Вот, так. Что тут еще? Здесь можно выбрать микрофоны. В данном случае у меня подключенный микрофон, не встроенный. А встроенный у меня очень плохой. Поэтому это было видно на ряде моих первых видеоуроков. Там качество звука не очень. Сейчас у меня внешний микрофон USB. Я через USB подключаю этот микрофон Trust. Я не помню, он долларов 20 или до 30 долларов его стоимость. Ну, вроде хватает. Потому что я видел микрофоны там по 200, 300, 400 долларов и выше. Ну, не знаю, я этот купил, он 30 долларов, возьмем 30 долларов стоит. И, как по мне, с головой. Ну, также здесь можно еще всякие режимы выбирать. Если вы запустили программу и вставили этот микрофон, а его здесь нету, то достаточно нажать Refresh и это все обновится. Что тут есть еще? Еще здесь есть путь. В данном случае вот сейчас у меня вот сюда он и пишет. Simple Screen Recorder. Можно выбрать контейнер.
Можно также, что тут еще, ОЖЖ, не. Можно также выбрать кодек. Ну, я вот пишу по умолчанию. MP4 и кодек H264. Это самый такой, наверное, самый популярный кодек. Ну, вот здесь я ничего не меняю. То есть, то качество, которое вы увидите, оно у меня все по умолчанию. То есть, никаких тут настроек я не делал и даже не игрался, не пробовал. Потому как смысла не вижу. А, ну, дальше. Но continue это переходит уже в этот непосредственно режим. И мы можем выставить горячие клавиши. Лично для себя я поставил эту клавишу Ctrl-P. Потому что по умолчанию, по-моему, было Ctrl-R. А так как я пишу свои ролики, в основном это обучение программированию. И у меня в моей программке, в которой я это делаю, обучаю программированию, Ctrl-R просто запускает выполнение программы, компиляции, все такое. Соответственно, оно накладывалось вот на вот это. И у меня то писало, то не писало. Но советую обратить внимание, да, чтобы не пересекались вот эти горящие клавиши с той программой, либо с той игрой, либо еще с чем-то, где тоже присутствует такая клавиша. То есть здесь можно на любую клавишу назначить. И, соответственно, нажимая Ctrl-P, вы ставите на паузу, Ctrl-P запускаете. Ну, продолжаете запись. В принципе, программка несложная. Ну, в плане там юзер интерфейса здесь ничего такого сложного нету. Поэтому, в принципе, все. Советую все мои видео, те, что были написаны, записаны в операционной системе Ubuntu, все писались с помощью этой программы. В Windows, там первые мои ролики были, я писал в Windows. Я уже не помню, что там было за программа. А в Ubuntu пользуюсь только этой программой. Поэтому рекомендую, если вам вдруг надо. Работает отменно, не падает, тормозов тоже не обнаружено. Все довольно-таки качественно пишет. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки и все такое. Всем пока!